Многие стремились попасть в центр зоны. Нам дорога была известна. И, случайность ли, на нас вышли наемники. Они предложили сделку. Тайная тропа в Припять в обмен на информацию о лабораториях. Лишь позже я выяснил, что это Крамер их послал. Когда-то мы с Крамером работали вместе. Да, я бывший наемник, но мы с ним разошлись. Он всегда был одержим поиском священного Граля в зоне, что в конечном итоге и погубило его. В Припяти он напомнил о моем прошлом, и мне предстояло сделать выбор. Предать своего товарища Грифа или обманывать его. Я выбрал второе, но в мою игру вмешался кто-то другой, гораздо опаснее Крамера. Один из управленцев группировки Монолит, Сербин. И в этот момент появился Борода, меценат, который спонсировал наше путешествие. В Припять у него был свой интерес, он был одержим. Шал это видел, поэтому и предложил мне покончить с ним. Сначала я посчитал эту идею безумной, однако... Аппетиты Бороды росли как на дрожжах, и своими действиями он привлек внимание Сербина. И тогда я решился, был шанс покончить как с прошлым, так и с настоящим. Я согласился на авантюру Шалова. Мы убили Бороду и отправились на Скадовск, к бандиту Султану, с которым и захватили сталкерский лагерь. Но Шал спятил. Он убил Султана, и ему всюду мерещились предатели. Чтобы остаться в живых, мне вновь пришлось бежать. С тех пор, как я оставил Припять, о судьбе Грифа мне ничего не известно. Знаю лишь, что он отправился в центр зоны. Я предал Грифа и потерял все. Только имя у меня осталось – Масон. И то оно даже не мое. Невероятная история. А ты не врешь, Масон? Клянусь, так оно и было. За это надо выпить. Будем. Ух, ядреная водяра. Масон, а какого черта ты в наемники подался? Не знаю, все как-то само случилось. Пошел в армию по контракту, служил в спецвойсках. Потом Афганистан, война, просто работа. Но грех открыл мне глаза. Все мы грешны. Выпьем же. Хорошо пошла. Грек сказал, что достаточно убить одного человека, чтобы спасти тысячи. Вернувшись на гражданку, Грек свел меня с Крамером. А тот уже познакомил с зоной. Да, работа есть работа. Золотые слова. Выпьем. Но я хотел выйти из игры. И что теперь со мной стало? Выпей. Полегчает.
Подходи, пообщаемся! Подходи, пообщаемся! На моих бойцов целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудно будем пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Не просил семьи тогда, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас простых. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Подходи, пообщаемся! Трудно будем, пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один. Те, кто брал Берлин. Да, настроение хуже не бывает. Подходи, брат, у меня как в Греции все есть.
Ты заглядывай, тут весело бывает. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Подходи, пообщаемся! Есть что-то стоящее? Ну, проветришься, заходи. Оружие опусти, мужик. Чуваки, помогите! Меня порежат скоро! Друг, я твой должник.
Помогите! Мужик, спасибо тебе огромное. Привет, брат. Подходи, пообщаемся! Что-то устал я. Не так много времени прошло, я... Подходи, пообщаемся! Как-то все приелось. Как бы я солдат этих конченых. Второй раз весь прибыток на месяц отобрали, скоты. Ну что вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай въезжают.
Здорово. Удачной охоты, сталкер. Ну, привет! Привет, брат!
Слушаю тебя. Надо было все-таки еще банку тушенки взять. Спину бы не сорвал. А так, похоже, маловатый запас выходит. Плохо!